Так, девочки, привет. Смотри, как красиво. Я вижу. Вообще, да? Ну, небо, кстати, светлое. Я все время почему-то начинаю именно вот с этого места. Сегодня у нас 1 мая. Мы, как всегда, пошли с Костяном ходить. Пошли ходить, сейчас до 11 часов будем гулять. Вот пошли в наш парк, потому что он у нас совсем рядом тут во дворах. Ой, как красиво, небо какое шикарное. Но у меня замерзли руки, что-то холодноватится, надо сказать. 1 мая, должен быть 24. 1 мая. Не чувствуется никакого праздника. И вообще, сегодня у нас ввели режим масочный. Все строго, штрафы. Сегодня вообще, как бы, вот сколько я в окно досмотрела, в основном все в масках. Или... Ой, блядь, чуть не ёбнулась. Или хотя бы так маска на подбородке висит, да? Ну да. Ну да, боятся штрафы платить. Вот вам налог на воздух называется. Вон, капец. Как, где-то еще я видел картинку, что скоро будут появляться часы с этим счетчиком. Вот смотрю по сторонам, а то сейчас сзади меня кто-нибудь пнет под жопу и скажет: тетя, отдай, блядь, телефон, не греши вместе с этой палкой. Ну, никого, смотрите, как темно там. У тебя алюминиевая палка, ты можешь ей забить человека. Вообще, да? Та-да! Вот за углом, вот здесь, вот прям вот здесь, вот у нас за углом дом. Прям буквально рядышком, что-то я так... За углом, а за... во дворе. Да. Ничего я не вижу. Одену очечи, а то ни хера не вижу. Одела тепленький пуховичочек, чтоб потеплее, малеха. Костян тоже одел пуховичочек. Девочки, как красиво. Ночью тихо, спокойно. Вот, мне кажется, редкий случай, когда ночью ветрено, да? Почему-то, когда вот уже надо спать ложиться, все время на улице тихо-тихо, прям благодать. Благодать. Пошли, Костян, обратно туда, не пойдем совсем вниз. В общем, девочки, мальчики, гуляем каждый вечер и всем советую. Да сейчас карантин, сейчас нельзя. Сейчас самоизоляция. Ну да, нельзя, но... Ну, ну что, ну, можно? Нас никто не тормознул, еще нас никто не штрафанул. Вон толпа там молодежи какая-то, надо так вот стать, чтобы они не засекли. Они через площадку пошли. Куда, в нашу сторону? Ну, в ту сторону. А? Ну пошли туда, вон с тобой. Так что вот... Что рассказать, даже сегодня что-то я и не знаю, что рассказать. Ничего сегодня не делали. Встали, как всегда, в обед. В 12. А, как ничего не делали? Встали. Как я тогда ржала, говорю. Татуированные глаза. Губы только накрасила, говорю. И все, и попиздила на кухню. Жрать-то. А с кухни в туалет срать-то. Ну, прям это... Дела-то такие. А из туалета полежат-то. Нет, а сегодня я весь день убирала хату. Кому ты врешь, ты полдня проспала, а потом... Нет, ну я и говорю, в 12 встала. Как полдня? В 12 встала. А пока ела, пока все... Поела. В час, все... наверное, полвторого я начала мыть квартиру. Вчера я убрала террариум, все вымыла. Сегодня все оставшееся. Выдроила все полы. Короче, все перемыла. Пошла спать. Пошла полежать, потому что у меня сегодня весь день болит вот здесь вот бок. Не знаю, что здесь такое. Обожралась, наверное, чего-то, наверное. Ну, я так думаю, что надо пить панкреатин. Завтра надо купить.
панкреатина попить. Ну вот сейчас вышли, вроде как немножко походили. Пошли обратно. Немножко походили, и у меня бок то ли забылся, то ли хер его знает. Бок стал проходить полегче. А может, двигаться надо, блядь. Я так думаю. Ну вот я вот как квартиру убрала, часочек полтора полежала, киморнула малёха. Всё, сейчас я до 6 утра, как пить дать, уже не лягу. Костян, ну не уходи, я же боюсь тут одна. Что ты боишься? Я думаю, чем-то помогу. Я только дальше побегу. Бросишь мать? Бросишь мать в темном-темном лесу? Такой темный, тут везде фонари горят. Темном-темном лесу. Как эта песня-то? Где? Блядь, забыла. Из бриллиантовой руки-то. Ой, забыла все. Надо, кстати, посмотреть, какие хоть старые фильмы. А то смотрит только один ТикТок. Ну это по твоей тупой части. Тупой вообще. Это по твоей части. Одно и то же там все. Я вообще вот этот ТикТок не понимаю просто. Я смотрю старый сериал «Дальнобойщик», так что не надо. Ну да, сериал «Дальнобойщик» интересный, посмотри. Да вообще старые фильмы, старые комедии с участием старых артистов. Сейчас уже таких артистов-то и нет. Первые уже два сезона хорошие для Мика. Третий уже никто так и не сыграет. Ой. Опять сейчас зашли с Костяном вечером, полный пакет набрали, полную майку в Пятерке. На 1000 рублей. Ну, сейчас на 1000, да, у нас на убыль пошло. Сначала на 4500, потом на 5, потом на 1600. Сегодня на 1000. Каждый день, блядь, магазин, каждый день. Магазины, каждый день косарь, полторы. Это по минимуму. Уходит. А, тогда еще на 3, я себе тогда что-то купила себе, еще этих, на 600 рублей этих игрушек. Продукты, шаурма. Сегодня игрушку не купила. Не хватило наклеек. А там две или одна тебе? Блять. А мне она нахер не нужна, ну там девочка была. Ну, а вопрос, для чего он? Завтра сходишь, купишь Феликса. Ну, ни хрена себе. Феликса. И вот эту байду еще. Китикета. Оставьте мне там хотя бы 500 рублей. А я иду тебе навстречу. А я несу тебе цветы. А как единственный на свете королеве красоты. Пауам-пам-парам. Бля, сейчас менты загребут, скажут. Я сразу не менты, а сразу дурка приедет. Баба чумачечая. Костян. Что? Повернись. Ну повернись на секундочку. Где твоя? Вот если ты упадешь в этой желтой куртке, я тебя отпинаю, если ты испачкаешься. Сейчас придем во двор, возьмем еще нашего Эдика. И еще с ним погуляем, еще его пустим в этот кортик. Я хочу, чтоб меня штрафовали. 3000 рублей. Как нарушителя. И за маски, и за все на свете. Я бы пошутил, но не буду. Так, ну что, девочки, некогда мне с вами. Дел много. Девочки, ты как у нас весело. Какой вот маленький город может похвастаться в центре города таким шикарным парком? Ну, не в центре, но все равно почти в центре. У нас так довольно-таки хороший район. Ну, центр где-то вон там. Да, ну, парк-то шикардошный. Ну, парк, да. А смотри, же в городе два парка. И вот это улучшающийся, Комсомольский, и парк угольщиков. Главное, что... который как будто застрял во времени. Какой-то он у нас спокойный, чистый стал город-то. Сейчас вот еще начнут ремонт центральной дороги. Ой, еще бы его начали. Все сделают, остановочки облагораживают.
И вообще будет замечательно, девочки, замечательно. Сегодня, кстати, в парке вообще что-то никого нету. Когда ну, что, мы наложили всякие разные. Мы вчера не гуляли, да, с тобой, потому что поздно приехала да. домой уже. А позавчера прям народу. А помнишь, дождь ходили, и то было столько народа много, ну, да? Так много. Там... Но все равно молодежь ну, какая-то. Мало, короче. В один как-то раз вообще время в 11 часа и с детьми, помнишь? Ну, это да? было, это я не помню. Какой день был, но это было там такое полутеплая погода. Ну, но сегодня холодновато. Ну, не холодновато. Ну, ветер холодный. Нет, где он ветер-то? Ветра вообще нет. Свежо. Сейчас уже нету, сейчас до этого было. Так свежо, прям хорошо. Ну, вот перед сном погулять. Сейчас бы по-хорошему прийти бы домой, там, ну, что-то и там поесть. Поделать. Нет, умыться и лечь спать. И тогда будет крепкий, здоровый сон. Блин, но ложишься в 6 утра. Но мы же сейчас не ляжем спать. Потому что как-то беспонтово ложиться. Такую рань. Нет, я вчера легла в 5. И мне кажется, я сразу уснула. Сразу я уснула. И тихо, девочка. Мне кажется, ты уже ложишься, там уже. Я легла, уже светло. Солнце вылазит. Да, уже во всю Ивановскую светло, уже... Уже петухи запели. Уже я вчера ложилась, уже кто-то с собаком вышел гулять. Ну, скажем, папа вышел в какой-нибудь раз. Ой, вон едет. Товарищи такие... Уи-уи-у! Смотрите, развернулся и по парку поедет к нам. Я скажу, я снимаю фильм. Ебать. А кого-то он, тормознули. Не развернулись, и я в эту сторону. Он кого-то затормознули. Кого-то ДПСники тормознули. Может, больше 4 человек в машине? Ой, фу, больше 3. Где они там с мигалкой-то? Ты загораживаешь. Короче, надо валить отсюда. Нет, распрыгли, сходим, расходим. Такой у меня, девочки, шарфик. Не шарфик, а как он, снуд. Вот на нем вот эти шарики, они выпуклые. У тебя, мам, твоя аудитория 40+. Они думают, знаешь, что это такое. А что 40+, тупори, что ли? Ну, хрен, вот знаю. Эти вот шарики, они все выпуклые, пушистенькие. Вот. Я его покупала в твое, в Екатеринбурге. Вот этот вот, он там один-единственный был такой, я такая думаю, ебись. Подписывайтесь на канал Чайный Сомелье. А от нее отписывайтесь. Там отписываться-то не с кем. Сколько ли там? Почти 30 человек. Сколько есть, но все мои. Лучше подписывайтесь на меня. У меня, правда, сейчас депрессия, я не буду пока это снимать. Какая депрессия? Ну, под жопой. И вся депрессия как рукой снимет. Вот, девочки, смотрите, вот мы уже... В центр парка приходим. Везде вот тут так хорошо, видите, детские площадки сделаны. Очень хорошо на улице, прямо не могу надышаться мне. Ой, господи. Надышаться, наглядеться. Прямо красотища. Неужели вот так вот все и лето будет, вот эта самоизоляция? Почему мне кажется, что что-то грядет какая-то жопа. Девочки, как маникюрчик. Ой, блин. Числа 12-го, может, 15-го и свеженький схожу сделаю. Пошли вон сюда, там кто-то нам идет на встречу. Непонятно. Вот, видите, вот у нас тут уже памятник солдату. Мы уже дошли до центра. Туда вглубь не пойдем. Как-то мне неприятно. Ночью болтаться. Ну все, короче, девочки, пошли. Мы сейчас возьмем Эдика и еще с Эдиком погуляем. Yeah.
Ой, время 11 доходит вечера. Сейчас выгуливаем Тузика. Кокулим он сделает. Отпустим его немножко в кортике побегать. Вот пришли с парка. Нагулялись. Я так надеюсь, что мы, Малёха, жир растрясли. Смотрите, какое шикарное небо. Один месяц только. Весь дом уже практически спит. Как хорошо на улице, какая благодать. Эдик носится как чумачечь, обоссал все деревья. По-хорошему нас уже бы оштрафовали. Хотя за что? Я вообще считаю, чтобы штрафовать за собаку, ну, что она там в неположенных местах в туалет сходила, нужно сначала сделать места для выгула собак, как в нормальных больших городах. Если будет место для выгула собак, я думаю, что туда весь город будет ходить с этими собаками. А особенно, если там будет еще площадка, где с ними заниматься, чтобы они бегали там, физически занимались по всяким колесам, да, по лестницам. О, Идичка сел, как улема. Смотри, чтобы он лапами наступил. Сюда сейчас. Во-во-во. И сам не залезь в него. Эдик. Эдик. Где он? Эдик. Тузик. Какой Тузик? Ну что, пойдем отпустим побегать? Породистая собака. Это не... Не, давай еще круг пройдем, а то он может еще раз навалить. Это не шапка со двора. Правда. Что-то у нас вот сейчас с дворниками-то беда. Раньше все такой был хороший дворник. Все было идеально вычищено. Сейчас прям безобразие. Пускай его. Сейчас у нас Эдик будет бегать. Иди бегай. Эдичка, иди бегай. Ну, сейчас что-то медленно он. Сейчас что-то как-то припрыжка. Во-во-во-во. Как заяц чесанул. Иди сюда! Там ссать нельзя в ворота. Иди сюда. Ой, только на меня не прыгай, только не прыгай. Ну иди бегай, иди, иди бегай, пока можешь. Да ладно, он сегодня так бегает. Что, он так что-то унюхал или увидел? Ну, пристегивай его, пойдем, а то сейчас в окно уже наблюдают, а то сейчас оштрафуют нас. Девочки погуляли и снова зашли в нашу близлежащую пятерку. Что мы купили с Костяном? Вот этих рыбок дофига и больше. Так просто вечером погрызть. Рыбки васаби. Выпрыгнуть такие вот соломка солено-сушеная. Не знаю, штук 10, наверное. Рыбки. Потом, значит, естественно, мешочек груш. Так, что еще? Костяну шоколадочки. Тоже по акции. Аленушка. Аленка. По акции. Щедрая душа с карамелью, с апельсинами, еще какая-то была. Так, это еще васаби, еще рыбки. А, и такая шоколадка. Вот, значит, 4 Костяну шоколадочки взяли. Кофе арабика. Это я взяла для кофемашины со сливочками, чтобы попить. Кефирчик. Бутылочка кефирчика. 3,2 молочная станция. А вот еще одна шоколадка, девочки.
еще вот такая шоколадка. Получается Костяну 5 шоколадок. 5 шоколадок Костяну. Кофе он любит, Костян, для кофемашины. Нам с Петровичем, с мужем, кефирчик. Это нам Костян не ест груши. Он Костян себе сачок маленький взял. А это тоже по акции был корм. Два корм девочкам. Раз, два, три, четыре, шесть, восемь, десять, 13, 14, 15, 16, 17, 18 пакетиков корма. Ой, блядь, хотела еще взять одного монстрика. У нас это уже 4. Не хватило одной наклейки. И, в общем, затарились мы. Затарились мы с Костяном на 1114. Каждый день ходим в магазин. И вот каждый раз вечно такую байду набираем. Вот что купили? 5 шоколадок. 5 шоколадок, только кофе, корм, кефир и мешок груш. И все, пиздец. Хочу посмотреть, груши на что вытянули. Груша желтая на 206 рублей. 2 килограмма. Так что все, девочки, пошла мыть груши, буду сейчас их есть.